Всем привет! Меня зовут Андрей Иванов, я играю в группе Heavy Jazz Bandas и сейчас представлю тест на пластике Evans для малого барабана, который получил благодаря проекту Revolution Level 360. Нижний пластик Hazy 300, универсальный пластик, подходящий ко многим стилям игры, толщиной 3 мм, я уже установил на малый барабан. И верхний пластик G1 Coated толщиной 10 мм мы сейчас установим вместе с вами, используя полюбившийся мне ключ Evans с регулировкой усилия. Мы имеем однослойный пластик средней толщины с хорошим ровным напылением. И этот пластик используют для игры в различных музыкальных стилях. Если вы положите обычный пластик на барабан, то вы сможете заметить колебания, если дотронуться до пластика в разных точках. Это происходит потому, что кромка барабана не касается пластика по всей поверхности. Конструкция пластика с технологией Level 360 совсем другая. Угол сгиба пластика намного круче. Пластик не загибается под наклоном, а спускается почти вертикально. Мы установили пластик на малый барабан Sonor Benny Grab размером 13x5,75 дюймов и начинаем его настраивать. Я люблю короткий сухой звук высокой тональности. Чем мне особенно понравился этот пластик, так это тем, что за считанные секунды установки без усилий мы получаем сфокусированный глубокий звук. Большие преимущества очевидны. Настройка становится значительно проще. Пластик не требует усадки после установки. Таким образом, мы сможем сразу приступить к настройке, а не притягивать пластик к катушке. Также это расширяет диапазон настройки. Видите, за считанные секунды мы установили и настроили пластик, получили глубокий сфокусированный звук. А сейчас мы послушаем, как звучат пластики. О технологии Level 360 таковы. Быстрая установка без утрамбовки и морщин. Согласен. Достал из коробки, положил на барабан, подкрутил болты и готово. Легкая настройка, верно. Благодаря технологии Level 360 100% поверхности пластика касается кромки барабана и настроить нужный гармоничный звук не составило труда. Широкий звуковой диапазон? Да. G1 Coated теплый, с хорошей длительностью звучания ноты и хорошей артикуляцией. Нижний Hazy 300 имеет широкий динамический диапазон и большой спектр частот в отстройке.
пластиков на любой площадке можно добиться отличного звучания. Я люблю путешествовать и импровизировать в любом вдохновляющем месте. А с пластиками Evans это осуществить гораздо проще и приятнее. Спасибо компании Evans. Пластики Evans Level 360. С ними вы сможете реализовывать самые смелые идеи.